Сказали, все будет нормально, значит, вы должны восстановить на том уровне, как было. Тут импровизации не должно быть. Поэтому вы не сдадите работы, вас не примут, да, работы, пока вы не восстановите все, что должно быть. То, что вы сделали, оттуда почистили уклон, значит, эта тема понятна. И она, значит, была нужна, чтобы вы, значит, уклон был, чтобы вода, вы эту часть восстанавливаете так. Нет, вы слышите, вы делаете так, как здесь было. Вы слышите, да? Хорошо, без проблем. Вот, поэтому тот грунт, который здесь должен быть, его надо здесь оставить, хорошо. И сделать уплотнение и восстановить. Хорошо, там уже степень сделали. Нет, там тогда вода надо оставить. Это не надо додумки. Опять же, вам дали только траншею, чтобы проложить ордер открыть для того, чтобы тепловые сети, канализационные сети, да, получается. Все. Потом дальше вы должны восстановить то положение, которое есть. Насыпем, нужно восстановить то, что было. Нет, ну я уже привезем щебень, но... Да? Нет, ну потому что чернозем нужно убирать. Мы убираем чернозем для того, чтобы отсыпать по уровню дороги. С той стороны его взяли, откромсали сначала. Чуть ли не пол пенсионного фонда, да? И с этой стороны решили раз просто откромсать и все. Та же нельзя. Захотел и сделал. Я все-таки предлагаю сегодня и по той стороне, и по этой собраться с заинтересованными лицами. А? Давайте, 18 часов по этой. То есть нужно восстанавливать то, что здесь как-то.